Друзья, привет! С вами Тимур Салихов, и в этом видео краткий обзор поездки по Казахстану. Если вас заинтересует сказанное, то кликните прямо на изображение и попадете на нужный вам видеоролик. Сперва мы прибыли из Москвы в Астану. Для прохождения границы потребовался лишь российский паспорт. Я был удивлен разнообразным зданием в центре столицы и впервые осуществил ночную съемку, летая между небоскребами. Далее мы отправились в казахстанскую Швейцарию, на уникальный природный памятник Боровое. Это сосновые леса, озера, горы, идеальное место для спокойного отдыха. Ну а следующей точкой был город Усть-Каменогорск, где мы познакомились с изящным столярным искусством, посетили 3000-летнюю обсерваторию Акбаур и в почти нетронутых местах человеком увидели, каким мог быть Марс до истощения в долине Кинтириш и Шекельмес. А нажав вот на эту ссылку, вы попадете на плейлист о Казахстане, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и наслаждайтесь крутыми видосами!